Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим легонький диетический суп. Для этого нам понадобится куриная грудка, картошечка, сыр очаковский, я беру с беконом, ну и для украшения лук и укроп. Сейчас мы грудку нарежем тоненькими, прямо кубиками небольшими. Большими кубиками. Вот так вот. Сейчас всю так я грудку изрежу. Ну вот, все я порезала так вот небольшими кусочками мяса. Складываем все мы в кастрюльку. Заливаем водичкой. И ставим вариться. Как закипит, минут 10 покипит, и мы будем класть нашу картошку. Наша грудка покипела 10 минут. Сейчас мы опускаем картофель. И теперь будет картофель наш вариться до готовности. Не забываем пенку снимать. Снимаем пенку. Ну, картошечка у нас хорошо кипит. И чтобы она сильно не разварилась, мы уже будем солить. Ну, у каждого своя кастрюлька, своя мерка соли. Сколько хотите, столь кладите. На ваш вкус. Будем доваривать картошечку. Наша картошечка сварилась. Мяско тоже. Теперь мы выкладываем сыр. И сейчас его хорошо размешиваем. Он растает у нас, и суп готов. Размешаем. Он сразу белеет. Красиво делается. Наш супчик сварился, готовый, такой вкусный. Сейчас мы его украсим вокруг, так вот посыпем лучком зелененьким. А в серединке посыпем укропчиком. Вкусный супчик, диетический, легонький. Приятного аппетита!